Первые переселенцы из поселка МПС Павшина получили ключи от новых квартир. Не за горами новоселье. Из рук главы города четыре семьи сегодня приняли путевку на переезд в новые микрорайоны – Изумрудные холмы и Опалиха. До конца ноября мэрия обещает решить квартирный вопрос для всех собственников 10 домов МПС. Большинство домов поселка МПС построены еще в начале прошлого века. Сохранились они до сегодняшних дней. Вот только жить в таких зданиях с историей просто невозможно, говорят их жители. Что такое комфортные условия, многие просто забыли. Переселение ждали как манну небесную, и вот момент настал. Первые четыре семьи пригласили в администрацию города для торжественного вручения заветных ключей от новых квартир. Дружно жили. Защищали друг друга, но все равно это, конечно, жизнь на выживание. Сегодня мы эти эмоции увидели другие, и я, честно говорю, искренне этому рад, потому что слезы, счастье, радости, новая жизнь фактически начинается, и это то, что должна делать власть. То, что должен делать город для людей, это возможности, жизнь, преображение. В муниципальную собственность для переселения из ветхого фонда компания-застройщик уже передала 41 квартиру в новых микрорайонах города. Этого достаточно, чтобы все жители поселка получили новое жилье. Жилые помещения у граждан, проживающих на данной территории, которые были в собственности, они уже с застройщиком нашли понимание и решили свои вопросы по жилым помещениям. В настоящее время мы расселяем граждан, которые проживают в муниципальном жилом фонде. Поэтому вот после расселения вот сегодня двух домов, второй и третий, будет принято решение о сносе этих домов и выпущен такое постановление. Екатерина Косова 29 лет ждала, когда сможет жить в достойных условиях. И вот она осматривает новую квартиру и встречает первых гостей. Ну, показывайте нам. Вот она. Вещи. Однокомнатная квартира, конечно, очень долгожданный. Наверное, здесь будет прихожая и шкаф большой, потому что место есть. Места должно хватить для троих членов семьи Екатерины. И пусть квартира однокомнатная, зато светлая, новая и своя. Впереди приятные хлопоты по обустройству и новоселье. К концу этого года, началу следующего, власти города обещают переселить всех жителей поселка МПС в благоустроенное жилье. Валентина Титова, Максим Мельников, Марьяна Быстрова, КРТВ.